Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте всем, меня зовут Ведьмак. Вы смотрите мое ведьмачье прохождение третьего Ведьмака. Сложность насмерть. И мы практически уже с вами добрались до конца игры. Ну вот, остался буквально последнее задание, я так понимаю. Но перед тем, как заканчивать сюжет, хотелось бы мне все же закончить с некоторыми дополнительными заданиями, которые у меня остались. Например, сбором ведьмачьих древностей, чем мы, в общем-то, в этих ближайших сериях и займемся. Вот. У нас уже назревает тут на горизонте серия за номером 100, в которой я планирую, в общем-то, закончить игру. Вне зависимости от того, насколько длинной эта серия получится. Ну, там посмотрим, видно будет. Вот. А сейчас пособираем ведьмачьи древности и закончим еще пару квестов, которые у меня остались висеть. Один касается Гвинта, другой я случайно обнаружил на островах Скеллиге, когда плавал по вопросикам. В общем-то, там нашел я одного парня, который просил меня найти несколько книжек. Но этим квестом мы чуть попозже займемся. Вот, сейчас мы будем собирать апгрейды для ведьмачьей школы кота, которую я, в общем-то, ношу. И которую хотел бы, в общем-то, закончить. Да, в общем-то, хотел бы все доспехи собрать. Вот, вообще, в этой пещере я был, но, судя по всему, я что-то здесь не нашел. Да, у меня на спине арбалет, потому что я очень много плавал. А в местах, где я плавал, очень много разных сирен и прочих мразей. Вот, утопцев и так далее. Их очень муторно убивать, стоя на лодке, поэтому я вооружился арбалетом. Оказалось, что арбалет — это откровенный чит, то есть он тупо ваншотает этих мобов под водой. И это просто имба, я считаю. Хорошо, что я не пользовался им в течение всей игры. Так, давайте посмотрим, куда дам дальше. Сюда куда-то. Как видите, весь Велен у меня уже, в принципе, так-то обшарен. Тут осталось буквально вот только вот найти в пещерках эти рецепты. Я продолжаю это записывать на видео и показывать вам с тем, что иногда встречаются там некоторые сюжетные моменты, связанные именно с этими ведьмачьими школами. Например, вот квест был на сбор рецептов для школы кота. Там был вот этого про ведьмака, которого мучил маг. Стал над ними эксперименты и в результате вселил в него демона. Я считаю, это было довольно интересно и стоило это посмотреть. Что касается апгрейдов, как правило, ничего интересного не происходит. Ну, мало ли, может быть, вам интересно будет. Вот. Кому не интересно, ну, можете эту серию пропустить. Она будет посвящена вот исключительно таким вот путешествиям. Стараюсь как можно быстрее это сделать. И я не буду вам показывать сам процесс сборки предметов, я имею в виду у кузнецов. Вот. Я буду показывать им результат, какой доспех получился, чем он отличается от предыдущего, ну и так далее. Надо было все-таки лошадь позвать. Что-то я не рассчитал немножко расстояние. Знаете, что мне еще интересно? Вот в предыдущей серии у нас одна из ведьм улетела, когда Цири ее... Так, элементально, а? Элементашка. Элементарно, Ватсон. Одна из ведьм улетела, но я хотел проверить эту хату на кривуховых топях. Вдруг она там. Я в этом сомневаюсь, но... Как знать? Как знать? Бам, получил. Жалко, не лезет мне одно зелье, надо было немножко по-другому сделать. Промедитировать сначала, блин. Попал. Блин, я все ему за спину пытаюсь зайти, падли это. Он не хочет, не дает.
Да я же за спиной не стою. Читер. Читер! Туда я когда плавил на островах Скеллиге, нарвался тут на архигрифона, хрен знает какого уровня. Судя по всему, он уровня под 50-го, потому что у меня буквально вместо уровня у него вопросы показываются. Вот, и мне интересно, за каким хреном он вообще там есть и что он охраняет, но я убить его не смог. Очень уж он суровый. Да ладно, может быть еще успею. Или может быть в новой игре плюс это сделаю, не знаю. Так, ну и в общем-то здесь. Здесь стоит осмотреться. Здесь у нас стоит осмотреться, все дела. Раньше я тут не мог лазить, потому что элементаль меня бы убил. Я сюда, помню, уже приходил. Вот, тут у нас сундучок. А, тут прям даже все сразу. Отличные перчатки. Давайте посмотрим. По ремеслу. Так. Сейчас у меня улучшенные. То есть на мод можно сделать отличные. И по идее где-то должен быть мастерский. Мастерский доспех Сколкота. Хорошо, это есть. Там перчатки. Мастерские есть. Отличные есть. Так. Отличный меч кота есть. Мастерский, мастерский, мастерский. А где мастерский меч школы кота? Похоже, нет. А, вот еще. Еще один рецепт остался у нас. А он, судя по всему, на Скеллиге, да? Хорошо. Ко мне моя верная лошадь. Давай залазь, ну. Ну, пошла. Вопрос еще, на какой уровень мастерские доспехи. Потому что если они на 34-й какой-нибудь, я их не смогу надеть. Шо, обидно. У меня тут, по-моему, чуть-чуть... Не добралось еще до 31-го, но еще 3 уровня я за эту игру не подниму, просто это невозможно. Разве что на монстр каких-нибудь, но это какой-то изврат. Понятно. Эта лошадь бесполезна на пересеченной местности. Так, почему я бегу туда? А, ну да, все правильно. Так, давай ты меч уберешь, потому что биться с этим... С этой швалью я не собираюсь. Мне это ни к чему. Вот здесь вот на Скеллиге я обнаружил квест. И вот это вот архигрифона, пес знает какого уровня, которую я не смог уничтожить. Что довольно обидно на самом деле. Так, лошадь мне. Но. Так, здравствуйте. Не у вас тут элементы, но их доспехов случаем хранятся. Куда это я приперся? О, тут квест какой-то. Опа. Что происходит? Вот обьют лицо. А что это у вас тут? Арена? Я могу. Ты кто вообще? Я не видела тебя здесь раньше. Как тебя зовут? Я тебя тоже здесь не видел раньше. Что дальше? Юта Андимун. До сей поры не нашелся тот, кто смог бы сравниться со мной в бою. Бла-бла. Это был меч, который ты просила? Как ты хотела. Правда, я еще не проверял, можно ли его выщербить. Надо же. Как ты его достал? Ничего особенного. Просто задержал дыхание и работал одновременно руками и ногами. Хм.
Языком молоть ты гораст. Посмотрим, будешь ли ты так же крепок на утоптанной земле. Я, честно говоря, не понял вообще, о чем речь. Но, видимо, мы кусок квеста просто пропустили, потому что выполнили его серединную часть. Тогда начнем. Добыли какой-то меч, который она просила. И че? Ты что, дура? А, ну понятно. Это одна из тех, у кого блок тупо не пробивается. Понятно. Говно. Ненавижу таких противников. Ну, просто, значит, зарубим. Контратаки рулят. Что я могу сказать? До свидания. Хватит. Хватит. Чего это хватит? Не удивлен, что тебе трудно найти достойного противника. Но в конце концов, такой нашелся. Где ты этому научился? В Каэр Морхен. Каэр Морхен. Это ужасно далеко. Готова поспорить, ты и по пути многому научился. Может, ты об этом расскажешь? Это будет долгая история. В таком случае нам понадобится какое-нибудь спокойное место, отменный мед и... Что скажешь? Ну, ладно. С удовольствием. Увидимся. Почему бы и нет? Там слишком шумно. Ты можешь прийти ко мне. Я живу в Харвикине. Буду ждать тебя после захода солнца. Тогда до свидания. Внезапно. Внезапно. Ладно, сходим. Почему бы и нет? Только Йеннифер не говорите, пожалуйста. Так, рассадник чудовищ. Здравствуйте. Это не очень похоже, надо сказать, на... Ведьмачьи рецепты. Кто здесь жаровню зажег, хотелось бы мне знать. Вот, мастерский серебряный меч, школы кота. Так, школу кота мы, получается, собрали. Так, что там, куда нас эта женщина зовет? Далеко ли отсюда? Да не очень. Я себе. От таких предложений не отказываются, если вы понимаете, о чем я. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все... Мое почтение, ведьмак. Выходит, про ледяного великана прав... Ворвался такой. Ты уже залегла на постель, нормально. Вы лучше себя чувствуете? Почему-то со мной на вы теперь. Я уже решила, что ты передумал. Я ни за что не упустил бы возможности провести с тобой вечер. Я вот только боюсь, что собеседница из меня никудышная. Мне же не часто приходится беседовать с мужчинами. Почему не часто? Ну, до поединка жаль тратить время на разговоры. А после собеседников не остается. А теперь, когда наконец нашелся кто-то сильнее меня, похоже, что Фрея посмеялась надо мной. При чем тут Фрея? Я поклялась богине, что только тот, кто одолеет меня в поединке, сможет возлечь со мной, взять меня в жены и дать мне детей. Насчет первого я мог бы помочь. Что касается второго и третьего, боюсь, я ничем не смогу тебе помочь. Но по поводу первого, мы наверняка что-нибудь придумаем. На это я и рассчитывала.
Быстренько. О, тоже. Сделаем фоточку на память. Селфи. И пойдем. Так, что у меня раздела. Верни, пожалуйста, мои предметы. Ладно, это было, конечно, забавно. Но нам нужно заниматься. Да ладно, кого я обманываю, это же самое интересное. Давайте сами скрафтим предметы из школы кота. Возможно, даже мастерские, не знаю. Наверное, нет. Сейчас посмотрим, на какой они уровень получаются. На 34, к сожалению. Соответственно, я его скрафтить не смогу. Ну, скрафтим на... Скрафтим отличный доспех школы кота, но на 29. Так, сейчас я ненадолго прервусь, и мы с вами увидимся, когда я уже закончу. Так, продолжаем. В общем-то, вот результат наших усилий. Такой вот проапгрейдженный, отличный доспех школы Коте. Водолазочку нашу обшили кольчужкой. Вот так вот брутальненько, воротничок тоже. Ну и там немножко нашили кожи на штаны и сапоги и перчатки. В общем-то, особо это не отличается от того, что было, но чуть-чуть, видимо, брони побольше будет. Визуально меч стальной выглядит теперь вот так вот. По-моему, он охеренно выглядит. Такое волнистое лезвие. Еще и руны по всей длине. Ну, а серебряный, в общем-то, мало изменился. Чуть-чуть у него утолщение возле рукояти и, собственно, все. По статам, как видите, тут стало больше слотов для разных глифов. Я понапихал глифов Квена, потому что я пользуюсь этим знаком исключительно. Вот. Чуть-чуть стало больше брони из-за сопротивления различным видам урона. Вот, урон серебряного стального меча теперь у нас вот такой вот. Хорошо, это у нас были доспехи школы КТ. Теперь давайте... Что у нас, где волк-то находится? Волк у нас находится поблизости. Давайте начнем с него. Так, животное не реагирует, придется ему сделать внушение. Твое бледное рыло людей не бесит? Таких замечательных природных условий. Дали, сука, себя обработать. О, вас уже тут трое стоит. Я тут между делом одного вальнул. Видимо, они вызвали подкрепление. Так. Дрейк Фейс, не надо вот этот вот только. Надо какой-нибудь мод поставить, что ли, который убирает вот низкополигональные модели на близком расстоянии. Почему-то они включаются. Почему у меня не работает спринт лошади? Обычно глюк за какой-нибудь бага в игре. Ну, больше похоже на правду. Так, а я ж тут тоже был. Какого хрена? А, да, это же школа волка, которая появилась в игре после патча. Поэтому часть предметов здесь. О. Здесь стоит осмотреться. Прям на рожу у него накорябали, нормально. Здесь, конечно, стоит осмотреться, но... Куда смотреть-то хотелось бы мне знать. Так, призрак, ты меня бесишь. Да-да, ехший, что ли, совсем. Так.
Где ж тут стоит осмотреться-то? Да ну, блин, куда они вообще могли его положить? Сюда что? Точно. Нормально, гениальное хранилище для чертежа в луже воды. С ним, конечно же, там ничего плохого произойти не могло. Так. Школа волка. А, тут осталась-то школа волка, по сути. Остальные-то у меня уже собраны. С чем вас поздравляю. На скеллиге. А поближе ничего нету. Нет, поближе, судя по всему, ничего нет. Следующий посмотрим. Нет, вся школа волка, она либо в Каэр Морхене, либо на островах Скеллиге. Давайте сначала в Каэр Морхен, ой, на Скеллиге сгоняем, потому что там местность попроще. В Каэр Морхене там всякие горы дурацкие, по которым невозможно залезть. Так. Красивые мечи. Задание. Осталось-то все по нескольким элементам чертежей. Поэтому долго это не займет. Опять я тут был. Тут они после того, как добавили патчем чертежи, их приходится в те места, в которых я уже бывал, посещать по новой. Было сразу не вставить в игру эти доспехи, не очень понятно. Бессонная ночка, а? И все-таки прав, Готик. И болит. Страшно болит. А вот даже прыгнул. Вот это лошадь. Иногда могет. Гарпии полегче. Здесь должно быть нарисовано. Нарисовано оно наверху. Ай! Здесь стоит осмотреться. Стоит, думаешь? Ну ладно. Фига они здесь логово себе устроили. Что же не помню, мы здесь были или не были. Ой, я здесь был, да. Да, хватит меня уворачивать. Интересно, что они продолжают гореть, но летают. Это я понимаю, выносливость и сила воли. Вообще я здесь уничтожил гнездо чудовищ. Откуда вы тут нарисовались, мрази? Почему вот он не запрыгивает? А, смотри, запрыгнул. Горяй себе. Вот это победа. Толку-то. А, вот он. Засунули, блин. Так. Что там у нас дальше? Ну, тут их побольше кусочков осталось, надо сказать. Но мастерские доспехи я, наверное, все равно не смогу сделать. Потому что ты, они на хайлил. Но. Так завоевывают признание на скеллиге. Именно так.
100 раз же уже там был. Здрасте. Ты уверен в своих действиях, чувачок? Вообще надо помедитировать. Дурной что ли, или чё? Дай помедитировать, скотина. Засунь, куда взял. О, циклоп нарисовался. Да, с первого уровня. Ну, допустим. Чтобы не убить. Это было некрасиво с твоей стороны, ты понимаешь? Ну, это тебя тоже не спасет. Абсолютно. Че, не бьем? Не надо? Успокойся. Душа. Я не знаю. О чем? Вот, понимаешь. Без спроса. Так. Я здесь уже раз 30, наверное, был. В этом месте. Но, судя по всему, эти, блин, доспехи Школы Волка так запрятаны, что их... А, я помню, заперервался здесь из-за того, что квест какой-то был сюжетный. Поэтому не нашел. Так. Положу их, засунули это, япона мать. А вот что-то. Сундук. Что-то сундук. Да, так легко не найдешь. Куда дальше? Наш путь лежит. Так, старая сторожевая башня. А чё, прям башня? Ну ладно. Башня так башня. Вперед, плотва. Шевелись, плотва. Ой, что-то тут какие-то горки. Нездоровые. Эть! Давай, давай, ты сможешь, я верю в тебя. Давай, первая лошадь скалолаз на свете. О, что я понимаю. Да ладно тебе, подумаешь, тут прыгать-то. Вот, видишь, а ты не боялась, не верила в себя. Только что надо было в себя поверить. Толки позорные. Ау, кусаются. Да скачи ты, горе. Попаду, не попаду. Да хер там. Кавалерист из Геры, так из меня балерина. Ну слазь ты уже. Пока ты слазишь, тебя уже бьют, если чё. Так. Куди там дальше? Хорошо, что прямо тут здесь поставлено. Нам точка быстрого перехода. Ну еще куда его засандали здесь? Здесь стоит осмотреться. Да ладно. Кэп прям такой. О, ты кто? Ты живое? Очевидно, нет. О, нам император Эмгир в таком вот горшочке предлагал награду взять. Стыдоба! Наркомания какая-то. А вон он. Ой, боже. Позапихают. Так. Руины Дорве. Да, в этих местах я везде был, но, очевидно, они так хитро поспрятаны, все эти предметы, что их не найдешь на первый взгляд. Ого, народу. Ах, и гнусный же ты.
какой-то Геральт, вообще инвалид. Так. Поразвелось, блин, говна вот этого вот. Странная тварь, если честно, дает пожирательно. Чуть пнешь их, они разваливаются. Ой, очередные руины. Здесь стоит осмотреться. Которых хер че найдешь. Пожирай, Тунг. Хватит меня пожирать. Сначала, как обычно, самые очевидные места осматриваем, а потом будем тыркаться в самые закоулки все. А вон он стоит, по-моему. Окей. Остались у нас последние кусочки. Буквально последние. Сапоги осталось найти в Каэр-Морхене. Надеюсь, они там не в самой жопене где-нибудь, до которой 3 дня и 3 ночи добираться. Да. И как туда добраться, по реке, что ли? Надо попробовать. Потому что другой способ, это может быть через гору пройти, но я не уверен, что это получится. Так, моя лошадь, как обычно, не реагирует на меня. Нормально. Бронетанковая лошадь, блин. А зато в воду боится ступить. Она не хочет намочить копыта. Пошли, ну. Да иди ты. А, ну все, здесь ты явно не пойдешь. Тут ты только... не мешать будешь. Но осталось совсем чуть-чуть, в общем-то. Там он уже виднеется, какая-то пещерка. Там кто-то грохочет. Наверное, под водой. Проход. Либо сундук. А, нет, тут вообще нихера нет. Какой пес тогда касатку выпил? Ой, куда это я пошел вообще? Эндриашки. Наверное, она по кругу обходит. Потому что сверху там не пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне бы выпить коте.
Ну, налетай, подешевело. Че за пещера? Че за ботва, я бы даже так сказал. Ок. Неважно. Не было ничего. Так, собственно, пещера замкнутая, здесь нет выхода. Вон только дырка одна, но и то до нее не добраться. Значит, все-таки не туда надо идти. Подозрительно. Или что, или это я просто пошарил? Здесь-то никак не пройти. Так, тут уж шлюпаны плавают. Смотрите, как с ними просто разбираться. Это не было ничего. Эй, а где мой арбалет? Я не понял. А. Понятно все. А, уйди ты нахер, что ты понажимал на меня? В воде, говорит, опасно медитировать. Да ладно. Пиу. Пиу. И все. Магический арбалет, стреляющий под водой. Видимо, гаусс-винтовкой. Не, ну тут явно проход был тот. Просто не очень понятно, как подняться там. Зараза, такое чувство, что я что-то забыл. Кстати, вот насчет этой фразы «Дальше живут драконы». Я недавно тут прочитал, что, оказывается, фразой «Возможно, тут водятся драконы» помечали раньше белые пятна на карте, в которых было опасно. Такая вот историческая премудрость. Я этого не знал. И че? Я, может, что-то... А, вон, смотрите. Не, ну это прекрасно, конечно, да. Но это не решает вопрос. Но все-таки, видимо, в той пещере с эндриагами валялся. Сундучок, который я не залутал. Это как обычно. В шары долблюсь, бегаю. Такой. Давайте все лутать, ладно. Можешь эндриак полутать. Вдруг одна из них захавала. Чертеж. А вон что-то он сундукообразное или что это? Нет. Вот он. Я его не увидел за этими сталагмитами. Все. Я собрал все сокровища. Наверное, не все сокровища в игре, но... По крайней мере, все апгрейды для своих доспехов. Ну что ж, сейчас начнем крафтить. Крафтить, понимаете, начнем. Итак, уважаемые зрители, начинаю вам демонстрацию полученных сетов. Сеты я максимально смог прокачать только до уровня необычности отличные, потому что мастерские, они все на 34 уровне, я до него пока не дорос, и я не думаю, что в этом прохождении дорасту, ну посмотрим. Вот, это у нас... Господи, да что ж вы мне разговаривать-то не даете, япона мать. Я вас трогал вообще, ребята. Будем, значит, здесь демонстрироваться, там кто-то долбится, какие-то дебилы. Это у нас сет волка. Уровни отличные, видите, у него такие, типа, наплечники появились, кожаные. Мечи в кожаных ножнах такого вот вида. Такой довольно широкий клинок стального меча. У серебряного все довольно стандартно, утолщение у рукояти, они все примерно одинаковой формы. Я в них не стал вставлять руны, потому что я не буду пользоваться этим сетом. В общем-то, как видите, со школы кота у них дамаг у этих мечей абсолютно одинаковый, поэтому смысла их менять шило на мыло нет. Что касается брони, то сама по себе броня у них одинаковая, 180. Вот, немножко различаются статы сопротивления, но в целом, в принципе, разницы мало. Вот такой вот сет. Не знаю, мне не очень, честно говоря, нравится. Несмотря на то, что вроде как это сет школы волка, школы, в которой, в общем-то,
Геральт и изучал искусство ведьмачества. Но он такой, знаете, именно более каноничный, что ли. То есть никаких... Ну, в принципе, здесь есть, конечно, излишества. Хотел сказать, никаких излишеств. Сверху тут что-то вроде нашивки, вроде в виде кольчуги. Ну, в целом, такой более именно тряпочно-кожаный. То есть не стесняющий движение. Вот, легкий и удобный. А теперь давайте посмотрим, что у нас по школе медведя, которую я тоже мог скрафтить. У нас мечи. И пальтишка. Вот. Выглядит, конечно, мое почтение. То есть это мне очень нравится, как выглядит школа медведя. Он, правда, какой-то грязный весь, не знаю почему. Когда успел испачкаться, непонятно. Вот пальто испачкано, воротник. Ну, такой вот, знаете, внушает уважение, такой именно воин севера. Перчаточки с латными. Латные перчатки просто, фактически. Я даже не знаю, как назвать. Латное оголовье, что ли. Вот пальтишко такое ватное. Ну, норм, то есть именно в северных местах ходить нормально им будет. И сзади что-то на шее повязано что-то вроде капюшон или какой-то тряпки. Прилично выглядит, мне нравится. Визуальный стиль такой приятный. А мечи выглядят примерно так же, как и у школы волка. Вот. Такого вот рода доспех. Я бы, наверное, даже в нем ходил, но у меня сет все-таки заточен под легкие доспехи. Но визуально мне, пожалуй, нравится больше вот этот доспех. Вот. Ну и вернемся к исходному, к школе. Ну, школу Грифона я уже показывал. Давайте, может, ее еще раз посмотрим. Чисто так, для сравнения. Так. А такая вычурная несколько броня с какими-то вот такими вот бляхами на плечах, с наколенниками. Ну, тоже приятно выглядит, на самом деле. Единственное, что мне не нравится, это вот некоторая пузатость вот этого нагрудника. По статам, кстати, предметы школы медведя, они чуть получше, чем предметы школы кота. Ну, чуть-чуть, тут броня побольше и все. Вот. Тут, кстати, больше адреналина, но это, тем не менее, тяжелый доспех. Вот, ну и вот, для сравнения, моя броня школы кота, которую я буду использовать. Я все-таки надеюсь, что я смогу докачаться до 34 уровня. Возможно, за квесты, оставшиеся в игре по поиску вот этих вот женщин из ложи, чародеек, они позволят мне прокачаться. Потому что, например, когда я нашел цель, мне сразу 2 уровня дали. Так что не исключено. Вот, собственно, мой текущий доспех. В принципе, он тоже мне нравится, как выглядит. Такой специфический, конечно, но прикольный. Еще мне нравится, что здесь у стального меча вот такое вот искривленное лезвие. Интересно сделано. И вот такие вот дела. Собственно, все. Все рецепты у меня собраны. Как только, если я вдруг наберу 34 уровень, я скрафчу себе мастерские доспехи и покажу их вам отдельно. Ну, посмотрим, посмотрим. В следующей серии мы с вами займемся заданиями вот этой вот высокие ставки. Выиграть в пассифлоре турнир по гвинту. Вот, собрать коллекцию карт я, скорее всего, не соберу, потому что слишком задротски. И есть вот это вот задание Дух Свободы. Скорее всего, там ничего интересного, но я соберу книги за кадром и отнесу этому парню. Может быть, там что-то он мне... Какая-нибудь катсценка будет интересная. Вот. Там суть в том, что мужичок влюбился в жрицу и ищет способы, значит, ее отделить от храма и жениться на ней. Такие дела. Есть у меня тут 3 проваленных. Не было ничего, ничего не было. Вот, и, собственно, все. То есть игра близится к завершению. На сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. Всем пока.